Привет, дорогие друзья! Это самый долгожданный мукбанг. Пан-пицца, доставка, без планов. 2,5 часа. Слушай, давай по-честному. Они нам за это дали, ну, типа, промокод на бесплатную пиццу в следующий раз. И сейчас приехал, он 1000 раз извинялся. Потому что, типа, в прошлом заказе, типа, очень жестко задержали. Ой. То есть, я, как бы, к этому не против. То есть, это вот этот, курьер. Моё. Это большое всё. Так, рассказывай, что ты заказал, показывай. Подожди, я уже не помню, что заказал. Блин, мне не нравится, что у меня голова тут, это... Какая у тебя голова? Ну, обрезана. Так, это, по-моему, нам пепперони в подарок. Да. Это пепперони не сейчас в подарок, потому что ты долго не зли. Это по промокоду Надежды. Промокоды от Нади. Промокод Надежды. Это жгучая американка. С халапешкой. Хотя она еще гораздо жгуче, чем американка. Это ветчина и грибы. А нет, это типа... Не помню. Он сам не знает. Я ж не помню. Мы заказывал. А вот, это получается карбонара, а это типа ветчина и грибы. Та-та-та-та. Сейчас я принесу только чуть-чуть. Тебе а не... себе я заказала... Филадельфия Инсайд, ну, закрытая Филадельфия, потому что, ну, я как бы пиццу не очень, могу один кусочек съесть, а в целом, как бы, не увлекаюсь. И крем-суп со шпинатом и сливками. Это прям моя любовь. Тут еще греночки идут. Ну что, а ты где? Я иду. Ну, я тогда на паузу ставлю. Я просто тебе по кусочку каждый кладу. Какой вредный, а. Сейчас приду. Тарелочку бы перелить. Сейчас перелить. Что это, тарелочку? Вилочку? Не надо мне ничего, у меня все есть. Я сейчас открою это дело. Тебе налить? Пахнет как щи обычные. Я пока суп ем, я потом. Так, я пока поставлю на паузу, сейчас мы дождемся Данилы и продолжим съемки. Ну так ты пока идешь, сейчас опять 10 минут. Что я расскажу людям? Жара спала. Господи, у нас наконец-то спала жара. Аллилуйя, аллилуйя. Это счастье какое-то. Мы мучились всю неделю. Я поняла, что я не готова морально к 40 градусам. Была 2 недели жара. Я есть хочу. Я 2,5 часа ждала этот. Я прямо не видела. Сейчас я ниже опущусь. Так видно же? Да. Подними камеру получше. То я это... По пол лица не видно. Там вот твоя лампа в кадре стоит, мне не очень нравится. А где Данил у нас начал книги читать. А ты раньше не читал? Ну, я тебя раньше с книгой не видела, сколько я с тобой живу. Ну что, ты в очках ходишь, ты не видела? Ты видела, да ты все видела, все книги ты видела. Что как шуб у них с шампипитами? С шампипитами? Угу. Со шпинатом, крем-суп со шпинатом. Что, как он? Очень вкусно. Ну, начните не бить айфон, на самом деле. Так вот роллы мои. Не, на самом деле... Может, ты поставишь тарелку с пиццей вот сюда? Вот? Это, по-моему, первый раз, когда они так долго доставляли. Да, они извинились за промокод, типа, на бесплатную пиццу. В следующий раз. Типа, все дела. Ну, типа, я, типа, охуел, типа, на прошлом заказе, типа, сильно задержали. Типа, он, типа, подпишет. Причем оно приехало, ну, не горячее, но тепленькое. То есть, оно, типа, не остыло в хлам. Типа, за 20 часа оно реально могло уже остыть. Ну, начинки, типа, ребят реально, типа, не жалеют. Мы вот опять сидим на балконе. И люди подумают, что мы живем на этом балконе. Мы живем. На самом деле у нас жизнь бьет ключом, по крайней мере, у меня. Как у тебя бьет ключом? Ну, во-первых, я продвинулась по курсовой работе. Недавно встречалась с преподавателями. Кстати, у меня преподаватель участвовал в передаче «Слабое звено». Ну, вот который перезапуск этой легендарной передачи был. Стал там таким мемом, и о нем писали там в «Медузе», еще в некоторых новостных изданиях интернет. И я такая думаю, блин, я еду к нему на консультацию по курсовой, и
Надо бы немножко там задать ему пару вопросов, взять у него такое маленькое интервью. И потом такая, ну как бы, он там с ребенком был, ну как бы не хотелось человека задерживать и так далее, и тому подобное. Вот вы представляете, я встречаюсь с такой интересной личностью и боюсь задать лишние вопросы. Вот прям блогер от бога, да, я решила стать блогером. Вот. Как я хотела жрать. Когда, сейчас? Вообще-то, сейчас уже почти 8:30, а за весь день, прям вот, то есть, я съел 80% одной сосиски, и две ложки гречки. Ну что ты меня уж порочишь, я тебе предлагала котлеты. Нет, ты предлагала, я типа не хотел, серьезно, типа, что-то вообще не хотелось. Потом поел, вроде типа насытился, там пошел, прочитал книжку, все дела. Потом что-то заказали уже где-то 17:30 поесть, там без 6:20. Думал, где-то достать, ну типа потерплю, как раз типа аппетит нагоню. Нагнал, о, нагнал я. Я тоже проголодалась, если честно. Лучше бы я котлет пожарила. Уже, уже. А сова говорит, не надо никаких котлет, надо только корочки от пиццы давать под стол. Плюс я еще устроилась на практику, ну как, не устроилась еще, а договорилась, что в сентябре я пойду на практику в очень крутое издание The Village, кто знает. Ну это такой хипстерский журнал интернет. Ну его свой стиль такой характерный. Я очень рад со мной. Я говорю, я за тебя буду бать, очень рад. Ну, типа, твоя практика должна быть поинтереснее, чем в прошлый раз. Ну, мне в прошлый раз неплохая практика была. Единственное, что я пришла на телевидение, меня там послали на 3 буквы. Ну как, меня не послали? Просто руководитель практики не пришел спустя 2 часа моего ожидания. Я такая развернулась и сказала, у меня как бы еще помимо вас есть работа, поэтому до свидания. Суки, у этой киски есть свои дела. Бич. Вот что же, типа новинка, типа супер тонкое тесто называется. Его вообще здесь почти нет. Ну, я же попробую. Как карбонара называется. Попозже. Вообще, я тему этого мукбанга задавала как сериалы, какие мы предлагаем посмотреть нашим зрителям. Ну, давай так сделаем. Да и мы знаем твой любимый сериал. Этот, Доктор Джефф. Ветеринар Скалистых Гор. Да. Номер один, а потом эти хвостатые истории всякие. Давай так, ты назови свои топ-3 сериала любимых. Вот это не только, ну как бы давай российские. Не любимых, а которые за последнее время мы смотрели. Вообще любые, за все время хоть когда-то смотрела. Mm. Поверь, люди многие вообще могли, типа, сериалы есть и 20-летней давности, которые шикарные по сей день смотрятся. Ну, я назову новые сериалы. Давай вот, ну любые, ну типа топ-3 своих любимых сериала, я назову топ-3. Это может быть как российский, так и иностранный. Я не буду в этот, под эти критерии заходить, я под свои критерии. Из недавнего, что я советую посмотреть, что мне очень понравилось, ну, во-первых, это «Чики». Сериал российского производства, играет там Ирина Горбачева. Сериал о нелегкой доле женщин древнейшей профессии, скажем так, в провинциальном городе. И это не конкретно сериал о проститутках, это именно сериал о харассменте, это именно сериал о абьюзе, но это сериал о женщинах. О женщинах, про женщин и как бы вот. Посмотреть стоит сериал, конечно, очень тяжелый, очень морально тяжелый сериал. Вот что я скажу. Но он действительно стоящий, то есть на меня он произвел впечатление. Второй сериал, что... Блин, сейчас меня, наверное, феминистки заклюют. Ну, это все сериал про женщин. Говори, что нормально. Ты еще крошка какой-то сидишь. Банка. А второй сериал, это... Почему женщины убивают? Последний с Люси Лью мы посмотрели. Ну почему мне этот сериал понравился? Вот хоть убейте. Концовка была настолько шикарно поставлена. Я уже говорила об этом 1 000 000 раз. Вот именно концовка на меня произвела огромное впечатление. Ты что, наелся? Не, еще съел. Еще третий сериал. Третий сериал. Ну, это что-то между конец этого ёбаного мира и очень странные дела. Что-то между этим. Вот у девочек, что ли, подростка? Нет, про девочку-подростку как-то по-другому называют сериал.
Я, по-моему, вас всех ненавижу. Я не помню, как он называется. Ну, ладно, забей. Конец ёбаного мира — это где там два подростка поехали, убили мужика-педофила. Ну нет, ну там такой, два сезона хорошо смотрится. Ну опять же, концовка меня разочаровала. Это был момент, когда она была, кстати, еще шикарной. Да, могла стать, у нее были все шансы. Да мы с тобой сидели просто в ахуе. Че это было? Где завтра этого сериала? Что я от себя скажу? Первое место — это типа непоколебимый Доктор Хаус у меня. Сериал на все времена. Многие его знают, кто смотрел, кто-то не смотрел, но типа его стоит сейчас посмотреть. Сейчас я буду свинскую вещь. Уйди под стол, сделай под столом. Чтоб это люди не видели. Что мне бедный сидит. Я смотрю на эту крышку, мне хочется это делать. Вкусный был суп, кстати, слышишь меня? Вкусно, мне понравился. Пожалуйста, принеси мне соевый соус. Я другой. Нет, другой. И Гиннес. Спасибо. Я извиняюсь, что я тебя перебил, я поставлю на паузу пока. Да не ставь на паузу, рассказывай что. Ну а что я расскажу, мне нечего рассказывать. Рассказывай, про Сергея расскажи. Что, нет, было? Знаешь, что я расскажу? Я попробую твою пиццу для начала. Это которая не долго корки. Это пепперони бесплатные. Дайте такой топ. Пока не хотим. Топ, сука, ебать заика. На ко-ко-ко-ко. Ко-ко-ко-ко-ко. Ты вспомнил, что хотел? Да, я сидимись, ты хочешь, я хочу, да. Ты еще и забыл, зачем ты шел? Ну, типа, условно, это. Ко-ко-ко. Ты будешь Гиннес себе открывать или как? Я сама себе. Что ты сделал со стаканом? Я сказал Гиннес стакан. Садись. Ты не хочешь с тобой пить? Я буду пить с такого, наливаю уже. Так это нравится Гиннес, то есть в морозилку кусается. Эта система вот называется ледяных стаканов. То есть ты берешь стакан, мочишь его холодной водой и кидаешь в морозилку, ну пустой. И он где-то там лежит час-полтора. То есть это типа, американцы это любят. Даже есть такие полки в холодильнике, типа под такие стаканы. Вот, англичане это любят. То есть ты наливаешь это пиво, можешь холодное, можешь типа горячее. Ну типа там холодное, теплое, как любое. У тебя стакан еще будет какое-то тебе время, типа тебе типа, бетрос типа держать. Спалил меня, он меня соблазнил. Я тебя вообще не соблазнял. Ты сказала, хочу бухать. Я такой, типа, окей. Я не говорю, ну такого. Сказала же. Mm-mm. На самом деле, это я ее спалил. Я просто предложил ей разные варианты. Она сказала, хочу это. Вы понимаете, что до встречи с Данилом я могла выпить полбутылочки пива, и меня уже... Ей пока идет, у него азотус осаждается. Что-то азотистое пиво. Чего это ирландский Гиннес, это типа не наши пить, который раздевается. Вы понимаете? То есть я могла пить, выпить полбутылочки пива, и у меня уже все. А когда я с ним жизнь начала... Не открыл у тебя новый горизонт. Ужас, ужас. Про сериал твой не рассказывай. А что, не закончил, что ли? Ты не начинал. Да. Ну, первое место — это Доктор Хаус. Он шикарный. 8 сезонов, все сделано как надо. Второе место — это, пожалуй, Светлячок. Сериал, снятый Джоссом Уидоном, создателем Баффи истребительницы вампиров и Мстителей. Бивиса и Батхеда? Нет, Баффи истребительница вампиров, которые... Создатель ее. Шикарен. Просто. Ну там один сезон всего-навсего у них идет. И есть полнометражка еще. Типа, по просьбе фанатов. Ну, как-то Фокс, по-моему, закрыл его, типа. Ну, рейтинги шикарные. Если типа вспомнишь еще, типа, Шелдон Купер говорил, что типа он типа в обиде, что типа Фокс закрыл Светлячок сериал. Потому что, типа, это реально был шикарный история Большого Взрыва. То есть я посмотрел, типа, на одном дыхании смотрится. То есть это типа путешествие по вселенной. Но почему-то, типа, у них в основном, типа, вот такой космический вестерн получился. Типа, ну, реально прикольно сделано. И третье место, ну, я бы сказал, это Теория Большого Взрыва. Но это как-то больше заезжено. Я бы посоветовал бы сериал «Экспансия». Вот. Пожалуй, да. Вообще шикарный. Нет, я просто старалась рекомендовать сериалы с такой целью, которые, ну, не мейнстримные сериалы, а которых, ну, как бы... Мало кто слышал. Ну, Светлячок мало кто слышал. А Экспансия, ну, слышали, но не все.
Ясен, красен, что теория большого взрыва. Нет, легендарный тоже. Сериал, я бы сказала даже. Ну, экспансия сейчас тоже считается легендарным. Во-первых, это считается одним из самых топовых сериалов про космос, в том плане, что... Ой, там физика, типа, передана очень хорошо, то есть, типа, как люди там в космосе живут, как на космических кораблях живут, раз. И, во-вторых, он же выходил на канале Sci-Fi 3 сезона, и они его закрыли после этого сезона, а популярность была дикая, он денег стоил больших. Ну, канал, типа, не было таких денег, чтобы его содержать, много разных проектов, помимо этого. Ну, и закрыли его. А фан сказали, типа, ахуюшки. И, короче, вывесили напротив главного офиса Amazon, баннер огромный. Купите, пожалуйста, этот сериал. Амазон такие, а чё бы нет? И типа после... А ещё фишка в том, что сериал закрылся, но контракты с актерами ещё типа действуют. Амазон контракты купили, купили сериал, права все. И теперь типа выпустили давно уже, по-моему, ещё полгода назад или 7 месяцев, как типа новый сезон. И всё типа вышло на ура. То есть ещё дали больше финансирования. Потому что Амазон есть деньги это всё снимать, и они типа любят всю эту историю. То же самое, как Netflix в своё время выкупила, по-моему, Sci-Fi. Этот, Люцифера. Мы все съели. Так ты пей, у тебя что, жидкая еда осталась? Угу, жидкий хлеб. Буханку ирландского черного просто. Вот. Как-то так у меня. А у тебя какие любимые? Ну, мы уже сказали, доктор Джефф, да? Ну-ка, за скулом. Сколько там идет времени? 15 минут. Капец, мы за 15 минут вколотили. Ну, мы жрать-то хотели. Ну, голодные были, да. Ну, ты голодная. Дважды сегодня ела. Третий раз-то не кормили. О. Летняя веранда, что тебе не нравится? Все ломится на эти летние веранды. И что? И пытается меня на историю развести, а? Херушки тебе. Я провокатор. Сейчас же, здесь корка хлеба тебя херачу. Я расскажу. Но. Почему? Стыдно будет. Кому? Тебе. Мне нет. Не надо. Меня смотрят девушки, девушки меня поймут. Но. Я считаю, нужно мне это рассказать, поделиться. А, не хочу. Ты оставила осадок на моей душе. Да угу, да. Скандалист, скандалист просто. Вот ты бы сидела бы с папой, да, до конца бы сидела бы, да? Девочки, ну как, вот объясните, смотрите, ситуацию объясняю. Я поехала к преподавателю по курсовой объяснить там вопросы какие-то, чтобы он мне там разъяснил какие-то моменты, которые у меня не очень. Приехала, мы там с ним прообщались 2 часа. Изначально я ехала к преподавателю, ну вот... Без каких-то задних мыслей. То есть я в чем была практически дома, но там переоделась и поехала. Гульку на голове завязала. Просто и все. Ты смотрелась? Очень хорошо. Нормально, что тебе было? И все. А этот товарищ говорит, я сидел, тебя ждал, я теперь хочу... Я тебе сказал, что мы в такси ехали. Туда. Хорошо, даже если мы туда в такси ехали, был какой уговор, что мы приедем домой, я переоденусь. Так я же не думал, что это типа будет столько времени... Заседание с профессором. И что, что заседание? Да почему я вот о таких вещах узнаю в такси, что слушай, ты куда-то запланировал? Слушай, ты выглядела хорошо. Во-вторых, ты сама знаешь, я тебя считаю всегда шикарной. Кто бы что ни говорил, ты сама себя не любишь, а я тебя люблю такой, какая ты есть. Да, ты себя без типа косметики чувствуешь неуверенно. Я этого не понимаю, потому что для меня ты всегда шикарная. Ну какая разница? Все равно смотри ситуация. Мы едем в общественное место, в хорошее заведение, не куда-то там. Вот я понимаю, если бы ты меня в шаурму позвал у нас где на автовокзале поесть. И это другой вопрос. Я хоть какая бы туда пошла. А тут мы едем в приличное заведение, вот потому что тебе где так это заведелось. Это не ресторан. Это вот мы зашли с тобой, летняя веранда, сейчас, там не так много народа было. Мы пришли, все. Затем Надя такая, ну я типа не пойду, типа. Я говорю, давай иди домой, типа, ну переоденься. Окей, я через 40 минут приеду. Она уходит. Я ее набираю, говорю, типа, вот сейчас ты пришли, скажешь, типа, через там полтора часа заведение закроется. Типа, у них там до определенного времени для ребенка. Я никуда не поеду. Ты всю пиццу, что ли, взял? Ты больше не будешь есть? А что это про что? Хочешь кусочек? Еще принеси, положи просто, ну, чтобы на камеру красиво. У нас пустые тарелки, ну, донати нам на еду. Че нет-то? Вот он ушел, я расскажу сейчас, как есть. Он меня не предупредил, что он собирается, у него что-то в планах. Я как чушка в чем дома была, ты с гулькой на голове, не чесана, не крашена. Хорошо ты была одета. Приезжаю, и естественно я чувствую себя неуверенно. Естественно.
Можно не лаять, пожалуйста. Девочки, ну ваша реакция какая бы. Конечно, я разнервничалась, конечно, распсиховалась, конечно, мозги всем повыносила. Давай так. Ты пришла уже, все, ты спустилась в метро, пришла обратно. Сидит. Потому что ты мне сказал, что если я не приду, то ты обидишься. Я сказал не то, что я обижусь, я сказал, что типа давай я закажу еды домой, если что хочешь. Нет, этого не прозвучало. Было. Нет. Это ты сейчас себе в оправдании. Я тебе сказал, давай тебе еды закажу. Чё, радость моя? Это пост-шоу было. Это когда я уже закатила там, скажем так, скандал, начала мозги выносить. Ты мне уже тогда. Я тебе звоню не для того, чтобы ты вернулась, а для того, чтобы сказать, что типа я закажу еды на дом. Так я так и собирался это сделать. Не ври. Так я хотел сделать. Не ври. Вот помню тонкое тесто, вот супер. Тонкое тесто. Карбонара. На тонкое тесте. Кушай тонкое тесто. Какие тонкое тесто? Ну, довольно-таки неплохо. Чем-то традиционным это тонко, я заказал. Теперь эти разделились супер тонкое, есть тонкое и супер тонкое. Это супер тонкое. В итоге я сижу, жду еды. Хочу ее накормить, ей там в меню сую, давай чаечек, давай там все, давай что-то пальчиком дыхнешь. Это сидит, ей звонит мама, она ушла разговаривать, приходит вся в слезах зареванная. И еще хуже стала история, кое-кто мне там все усугубил. Ну и все, я сижу, у меня вечер испорчен, и то я пытаюсь типа с доброй миной сидеть все дела, ну рассчитался, все, пошли домой. Вот, я Надя. Прогулялись до дома. Дома сидим на балконе уже, говорит, ну прости, Данил, была дурой. Прости. Не было такого. Угу. Вкусная пицца. Карбонара называется. Вот которая тонкая. Да. Согласна. Раньше любила на толстом тесте, сейчас на тонком люблю. Ты пей, это азотистое пиво, напиши, чтобы его быстрее пили. Ну я что, залпом должна, что ли, заглатывать? Ну как лакнется, надо постараться. На собаку. Я вообще его не хочу уже больше напивать. У нас тут 140 рублей заставил за баночку. Не хочу, говорит, напилась. Ну, пидоры. Я уже напилась и наелась. Девушки меня все равно поймут. Что поймут? Скажут, мозги выебывают, дураку. Тебя как не послушаешь, я тебе постоянно мозги выебываю. Нет, ну бывает, как меня даже ты умеешь. Дай, иди сюда. Вот я же без задней мысли какой-то ебаю. Че? Все, давай так. Меньше же. Слышал этот звук? Все. Прости меня просто. Я был неправ в воскресенье, ты была права. Вы посмотрите, как он на камеру великолепный, талантливо играет. Вы посмотрите, он же выставил меня во всех грехах виноватой. Сейчас из всех жертв устрою его извиниться заставить. Прости, пожалуйста. Каюсь. Все, такое больше не повторится. Я тебя буду предать заранее. Все, прости, пожалуйста. Буду руки держать. Ужасный ты человек, ужасный человек. Не прости, это ужасно. И вот что мне есть потом? Вот что, вот эти вот два жареных грибка отсюда? И довольная сидит! Шалость сделана, шалость удалась. Чё, вот чё. Чё, блин. Пиздец, сырник нахуй. Ну давай, что, начнём, давай обидать, всё. Нет, я красиво просто поворачиваю. А вот красиво. Все, я наелась, напилась. И то кусок пиццы уже был лишним, я уже все. Для тебя вообще нет лишних кусков, да? Все для щенят? Давай прощаться с людьми. Ладно, ребята, всем спасибо, что побыли с нами в этом театре абсурда. Ребята! Сука, сколько ты кинулась, смеются? Ну говори, что хотел сказать. Что, я не видел? Хотел скорбить людей. Всем пока! Мы вас любим!